Не, печенюшки не надо, я наелся. А все, у меня ничего больше хорошо нету. Так, сахар очень аккуратно. Потому что ты у меня сегодня весь сахар слопал. Да, я вижу сахар. Ага. Вот. А ложечка есть? Ну, а как же, ложечка у меня. Лимонадик вкусный. Я могу тебе дать мандаринку еще. Давай, сюда буду, конечно, само собой. Так, вот тебе ложка. Так, мне... Так, Маше чаю налить. Как я устал. Ой, да ты так... Мне нужен отпуск. Как говорил Терминатор, смотрели фильм Терминатор 2? Послушай меня. Не... Кто устал, так это я устала. Я да тоже устал. Я ничего не делал, устал, когда всякое ничего не делал, потому что это еще больше. Мой зайчик. Рисуем. Ты когда узнаешь, что когда ничего не делал, потому что это еще больше, чем обычно. Я знаю. Еще. Вот если ничего не делал, устал. Иди ты. Я вас понял. В баню. Понял, да. Потому что как я устаю, никто так не устает, наверное. Ладно, сейчас и нож потом чаю приготовлю. Ваша чашка. Не знаю, не видел. Да где-то здесь бегала. Бегала. Как контролер по вагону. Да, пробегала. Так, все, я чуть-чуть выпью. Ай, Оля, Монадика, это хорошо. Хорошо, хорошо. Так. Ты почему деньги тратишь? Расточительно себя ведешь. Не, мне дали бесплатно. Меня там знают. Это мне бабушкину тандыри дали. Я Илье вот просто здесь, да, подарки хорошие тоже делал с ним в дружеских отношениях. Он с Кавказа. Крупный такой, видели, да, бабушкину тандыри? А его на жену Сашу не видели? Я туда 100 лет не заходила. А вы заходили хоть раз туда вообще? Да, конечно, я и на дом заказывала. Там он... молодая черноволосая девушка, это его на жена Саша. Она тоже за стойкой иногда бывает. Ну это вот тут, на углу. Да. Ну так я да иногда на дом заказываю, когда гости приходят. А, ясно. Мне ага некогда бежать, я не успеваю уже ничего. Мне же надо... Быстро. Мандаринчик хоть съем. Ну съешь. Так, это Маши. Насморк уже замучил. Так. Я тебе что сказала? Да у меня даже летом насморк бывает. Я тебе что сказала? Чтоб ты ко мне сопливый и больной не ходил, Денис. Я не болею. У меня температуры нет. Я не могу болеть. Мне нельзя болеть. Это просто биоимплантанты на... зудят, силу ток создают. Иди ты к черту. Это через связь 5G. Вы что, не знаете, что конечно датчики на теле видели? Да, знаю. За нами следят через наши смартфоны. Да, конечно, знаю. Дамасов мне это первый бред начал рассказывать. Конечно, а все еще... Про всеобщую чипизацию населения не читали? Про кого? Про всеобщую чипизацию населения читали в интернете? Да, я не читала. Я тоже читал. Путин уже подписал указ еще в 16 годов. Чтобы людей чипировали по этапу. Что я буду чипировать в больницах и в домах. Хорошо. Ты самое главное, не забудь, значит, Пасха 16 апреля. Да, знаю, мне уже сказали. Значит, 16 апреля, чтобы выбыл все, кухню. Так, бутылку мне не нужно. Хорошо, я с собой ее заберу. Вымоешь кухню, свою комнату. Хорошо. Хорошо. Что, Машенька, котик, что мой зайчик? Хорошо, как ты скажете. Да. Так, и что ты тут сидел? Расскажи. Где сидел? На улице. Я не сидел, а гулял. Ну и что там на улице? До бабушки Тантера дошел, и Илью будет, если у нее денежки, или лимонадик, пошел обратно к вам. И тогда сразу домой. Тебе дали? Ну да, мне Илья дает 50 рублей иногда. Ну, я же ему тоже помогаю. А тебе булочку дают иногда? Да, пирожок хотел сегодня дать, но я отказался, думаю, не хочу есть. Давай. Я переел просто сегодня уже, макарон поел с, да с я этой, тоже, сосиской. Я тоже так подумала, что... Тетя передала макарон с сосиской, суп я съел. Я тоже что-то переела, слушай, есть нельзя. Вообще стошнить чуть-чуть может поела, да. Стошнить да может. Можешь вам дать? Нет, да ты что, я не могу, я уже ничего есть. Машу кормила, за Машей доела. И плохо Саша стало, аж все заболело. Какой-то ужас. Ты не торопись, жуй. Я тебе как Маша говорю, жуй потихоньку. Да. Зачем,
Зачем глотаешь целиком? Я жую, пожевал. Зубками надо жевать. Так я даже муху, когда ловлю, пожевал, так и говорю, пожевал, муху комара съел, на 5 секунд не голоден. Или комарика поймал, так сосущуюся руку, так ом, и съедаю его. Денис, хорош болтать глупости. Я даже, даже гусеницу ел. Говори... И бабочек съедал. Так, и мотыльков. Говори умные вещи. Я просто люблю неординарные шансы живности есть. Чего? Неординарности. Бутыльков ел толстый, такого мотылька съел огромного. Так. У бабушки на даче. Денис, давно еще в детстве. Харера, глупости трепать. Это не глупости, действительно, насекомых. Так, говори все по этому. Хорошо. Хорошие, умные вещи. У нас какие умные вещи? В метрострой бы залезть. Зачем? Ну, фотографирую, да полазить. Но я сегодня не могу, ты устал. Хочешь, чтоб тебя задавило? Там мне ничем не задают, там тюбинги, они приничены друг к другу. Там туннели. Когда на проходочке щитка, ну не подойдешь. Да, Денис, не пускают. Завтра. Так. Понедельник. Ага. Потом будет. Ой, подожди, неправильно я сказала. Завтра будет воскресенье. Я уеду с Машей. Меня дома не будет. Так. В понедельник меня дома не будет. Ага. Вторник и среду меня не беспокоить. Хорошо. Хорошо, понял. А как мне деньги занести? Потом. Хорошо, накоплю, копилочку складывай. Положу, да. Да. Правда, я потом у меня накопительный же втратить, так, не решил меня... превратиться. Ты понял. Хорошо, понял, ага. Я вас понял, услышал, да. Самое главное, во вторник и в среду меня не беспокоит. Ага, хорошо. Понедельник, завтра воскресенье. Завтра я уеду, отвезу Машу после 3 часов. А в понедельник я приеду очень уставшая. И меня тоже нельзя беспокоить. Хорошо. А во вторник и в среду приедут знакомые. Здесь у меня будут ночевать, у меня будут понял? Гости. Хорошо, все понял. Что-то громко включилось. Да, Машка, какашка. Рисуй, я тебе карандаши наточила. А мне приедут гости с Кронштадта с ночевкой. Кронштадт знаю, где да. Это. Ну, это. Это Петербург еще считается. Ну, конечно. Курортный район, Кронштадтский район. Да, точнее. Да, это туда. По Кольцевой, я знаю, я там ездил все время, я на машине через ездил. Дамбу. Да, по через Кольцевой, дамбу. Да. Вот, через дамбу проедем, все, приедут гости на 2 дня, во вторник и в среду. Хорошо, понял. Ну, тогда в четверг вам заглянули, в пятницу. Хорошо. Позвоните мне, хорошо? Ты сам позвонишь? Ты а сейчас забуду. Да, господи, я же еще не умираю. Да нет, не стоит умирать никогда. Вот. Вы еще долго будете увидимся, жить. Увидимся, не волнуйся, я еще на дачу не уезжаю. Ой, какая дача в такую погоду? Да не говори, слушай, ужас. Я на свою эту дачу не могу лет 5 уже вырваться. А у меня принудительное лечение, и границу города не посещать, не покидать да, никуда да, нельзя, мне домашний арест. Так, Денис, все, Викочка приехала, тихо, сиди. Да, Викуля? Ага, хорошо. Ну, у тебя еще дела какие-то дома есть, да? Ой, господи. Совсем не отдохнула. Вот надо было... Ну, надо было... Да, ты же тарелку супа навернула. Так что ж... Нет, все хорошо. Поела, все бегала тут. Просил этот... Киви. Ну, полчаса выдержали. Да, поэтому все нормально. Все нормально. Не. Не, я. Да. Ну, у меня вот есть сарделька и ку.
вкусно. И фарш я завтра тефтелек наделаю. Это с собой привезу. Останется еще вам, нам, может, на понедельник, чтобы там гарниры только поменяем и все. Вот, я только не знаю, у тебя там огурец, помидор есть, или капуста, или морковка. А, ну ладно, хватит, разберемся. А, ну хорошо, салатик сделаем, ладно. Да, 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 хорошо, Викочка, хорошо, ага. И я люблю. Ага, на салат. Да, она дорогая очень. Ага. И я бы сама поела с удовольствием тоже. Она вкусная. Угу. Так ты уже домой прибежала? Все. Ну хорошо, Викочка, давай. Все, давай. Мы когда поедем, да... Мы когда поедем, я тебе позвякаю, ладно? Ну, в смысле, напишу. Давай, дорогая, все, спасибо, все. Давай, пока-пока. Рубль еще положил. Молодец, Вика. Я тебе только с этого, только с пенсии, все. У меня денег нет. Я никуда не тороплюсь, сам буду вкладывать. Да. Ой. Это что? А он отключить? Сейчас. Конечно. Это фонарик. Что за... Это священно включено. Я нечаянно, да? Да, сейчас. Куда-то вот. Вот сюда. Ага. Все включил. Господи. Куда ты... Держите. Доверяйте мне свой телефон, если бы я вас его украл. Как ты украдешь? Ты же у меня... В карман положу и ушел. Так я ж тут вижу. И потом послушай. Лучше спроси, чем своровать. Мы с тобой знакомы с лета. Да, я вам помогаю. Я никогда ничего не воровал. Ну, я с магазина «Магнит» ворую пакетики кофе иногда. Ну, за то, что она мне мстит. Это некрасиво. И поэтому я тебе говорю, вот все, что здесь лежит, я же не боюсь, что ты что-то возьмешь. А что ты у меня возьмешь? Ложку, вилку? Что ты у меня возьмешь? Ну что? Ничего, ничего. Ну так, а для чего? Ну, почему я должна волноваться за телефон? Да все нормально, все хорошо. Я же знаю тебя. Да. Ну и все, что ты? Если бы я послушал, тем более мне тут камеру, если я побегу с вашим телефоном куда-то, и полиция мне через 5 минут заловит. Да брось ты, все нормально. Не, заловит, если я что-то украл. Ты мне еще раз скажи, что за хрень у нас на дверях висит? Это фигня, это служба СОС. Это не относится ни к домофону, ни к чему. Там видеокамера, и надо его нажать на кнопку, если вдруг что случилось. Если меня убивают у подъезда, я дожму эту кнопку, да? Если у тебя это подъезд, вы уже будете мертвы, вы даже не успеете на кнопку нажать. Нет, ну если только собираются меня убить. А, ну да. Там связь с диспетчером, и это на центральный пункт дистанционного управления полиции пойдет. Ага, я могу крикнуть, помогите, и они приедут. Да. Ну ладно. Полиция приедет, полиция мыслит, только приедет, но разберется. Там видеокамеры, с которой все фиксируют. Хорошо. Внутри этой коробочки. Маленькая такая. Просто я не знала, куда. Да не. Что это такое? Это связь с диспетчером. Ну ладно. Он вызывает полицию потом на месте. Или скорую, или пожарную. Пожарную? Ну это вот все службы. Да, понял, да. Маша, а чего у нас не играет? Я не пойму. Все же играла. Еще что умное скажешь? Сейчас, погодите, выйдем. Умное, ты что? Так, послушай меня внимательно. Ты мне нужен. Пока. А где мой телефон? Ты не видел? Вот в руках он у меня. Ты засранец. Так, ничего не трогай в телефоне только. Хорошо, я умею. Не волнуйтесь. Так, дай мне телефон, и я тебе хочу это... Значит, так. Ты посмотришь сейчас, как. А куда мне надо зайти? Это была смс-ка. Маш, ты чего-то хочешь? Возьми. Так, это была, наверное, аккуратно только. Бери.
Так, а куда я залезла? Не туда. Маша, все хорошо, не волнуйся. Маш, не волнуйся. Я могу за вас залезть куда угодно посмотреть. Вам могу помочь. Скажите только, что сейчас надо сделать. Сейчас поможешь, подожди. Я посмотрю и покажу, и помогу. Так, я разбираюсь подожди. С этой штучкой дрючкой. Так, пульшу. Сиди тихо, ни, звука не говори. Угу. Привет, Славочка. Конечно. А как же? Я же вижу по времени. Ну? Сейчас, подожди. Ага. Все, я включила громкую связь. А то я глухая уже. Спать? Да ты что? Да ты что? Нет, конечно. Это еще до часу ночи. До двух. Будем. Ты ж понимаешь. Надо придумать какое-то телодвижение, чтобы она засыпала. А какое телодвижение? На нее таблетки-то же не действуют. На меня. На меня пол таблетки, и я с ног падаю через полчаса. А на нее даже. Да.
Ручка нам нужна, Маша. Положи на место. Брали и сказали, еще раз увидим эту шмакодявку за рулем, отберем у вас права. Маша, не трогай, не трогай. Не надо, это надо. Ручку верни, Маша, пожалуйста. Она нам нужна. Не забудь бумагу. Все отлично. Так, Дениска, ты уже спишь? Да нет. Еще чего-нибудь хочешь? Да ничего же не хочу. Домой пойдешь? Не, я вам помочь должен. А чего? Телефоном там разобраться сказали. Дайте я поковыряюсь, узнать, что там узнать. Нет, ковыряться я тебе не дам. Это однозначно. Так, я... Машка ручку забрала? Да, конечно. Тут жопа. Конечно, забрала. Знаешь, Дениска, мне нужно, я сейчас номер напишу.
А ты попробуешь узнать, есть они в WhatsApp или нет. Так вбить его надо и все. И все? Конечно, сейчас записывать, вбить сразу же, скопировать, вставить в телефон книгу и вбить. И вызвать ее. Не вызвать, сохранить, если... сохранить, а потом по WhatsApp. А если ее нет в WhatsApp? Ну, тогда так звонить. А так денег куча. Ты что, смеешься? Так, подожди, ты не торопи меня. Я ж пока соображу, где. Я буду смотреть и подсказывать. Так, мне нужно. Куда лезть-то? СМС, да. Да не СМС. Так, это ты последний контакт, контакты. Нет, последний. Не туда залезла. Слушай, не с... А, во, вспомнила. А, контакт? Так. Ага, я вспомнила. Так, давай сюда залезем. О, Астахова. Давайте. Смотри. Ты есть в WhatsApp? 800-900. Это мой. Нет, подожди, Денис. Так. Вот этот телефон записывай. Да не записывай. Давайте я его скопирую сейчас. Сюда. А ты... Да? Да. А ты и залезешь в WhatsApp. А и... Да? Так, скопировала. Денис, вот что б я без тебя делала? Так, Дениска. Так. Маша, ты чего это сбондила? Имя? Астахова Валентина. Так звонить очень дорого. У меня денег столько нет. А запрос нельзя послать, чтоб... Нет. Нет. Сохранить надо. Так. Ну, засунь ее в WhatsApp. Вдруг она сделает. Я ей напишу. Еще потом смс-ку. У тебя капли в нос есть дома? Нету. Дать тебе? Не надо. Маш, ты что-то хочешь, возьми. А ее нету в WhatsApp. Вот зараза. Ну ладно. Да я и поэтому и спросила тебя. Сейчас я посмотрю. Маш, ты что хочешь, возьми. Возьми. Ты что, мороженое хочешь? Ты мороженое хочешь? Да, нет его цепи, нет. Хорошо, бери мороженое. Сейчас нету. Я... Хорошо, бери, закрывай все. Ладно, то есть людей нету цепи, я пойду. Будешь мороженое половинку есть? Нет, не ем мороженое. Говорю, кто зиму мороженое ест? Я. Зима в такой холод. Какой мороженое? Зима, уже весна. Не, все холодно. Дожди, видите, что такое сегодня, ну, вечерний месяц. Нету, ну вот зараза. Ладно, все. Иди. Денис, спасибо тебе за все. Да не за что. Ну как не за что? Да, полезно. Мне помогают. Что я сделала? Поставь и раскладывай. Туда к ней влезла. Все хорошо. Значит, Денис. Завтра с 4 часов. Если захочешь чай попить, придешь днем. Хорошо, понял. Все, в понедельник, вторник, среду меня не трогаешь. Ага. Зинуля. Да, привет. Это я. Давай. Конечно, я как всегда, всегда
Кристина еще не спит. Вот ее на окна, вот они. Второй этаж. Не спит кошка.